Обычно такой ажиотаж и внимание со стороны городских властей к окончанию ремонта улиц наблюдаются перед выборами. Однако до выборов еще целый год, но на открытие улицы Маяка пришли многие первые лица столичной мэрии и руководство района Ласнами. Такое внимание к данному объекту было вызвано тем, что в ходе работ городским властям пришлось столкнуться с непредвиденным обстоятельством. Выигравшая конкурс на проектирование финального этапа работ литовская фирма после нескольких месяцев работ неожиданно сдалась, и все работы зависли на полпути. К счастью, к делу подключились отечественные подрядчики. Ну, это всегда осложняет работу, потому что ты не знаешь точно, где осталось, где была не закончена предыдущая работа. То есть всегда есть такие белые пятна, которые надо узнать, которые мы узнаем в течение работы. Так что, к счастью, это было проектирование, не сама работа. То есть в этом смысле было чуть-чуть легче. Немало сегодня здесь собралось и жителей этого квартала, которым пришлось долгих 3 года выносить перекопанные тротуары и перекрытые дороги, движение и грохот строительной техники. Для них окончание работ стало настоящим праздником, несмотря все же на некоторые недочеты. И вот сейчас, вот в данный момент, это уже что-то цветет, как говорится. То это вообще отлично, нравится мне очень даже. Что красота стала, красота. Не то, что было, как привыкнуть к этой красоте, это будет прелесть. Продумано все. Трамваи останавливаться, можешь выходить и впереди, и сзади. Уже не безопасно. Светофоры, цветочки, все красиво, супер. Вот когда здесь прокладывали теплотрассу, или я не знаю, какие трубы, такой грохот стоял. Я не знаю, как дом выдержал это. Трещи. Временное неудобство было 3 месяца. Отличная улица. Даже вот у меня возникает вопрос. Я не видел нигде в Таллине вот эти вот красные дорожки. С чем это связано? Это велосипедные дорожки. Ну, велосипедные. Выделили. Ну, хорошо тогда. При реконструкции улицы Маяка на вооружение были взяты не только новые технологии и материалы дорожного строительства, позволяющие дольше обойтись без ремонта, но и новая идеология. В Таллине отныне каждую улицу ремонтируют с учетом, в первую очередь, нужд пешеходов и велосипедистов. И Маяка являются тому отличным примером, хотя, конечно, не были забыты и интересы как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. Открытие реконструированной улицы Маяка – очень важное событие, потому что этого события ждали, во-первых, 3 года. Как говорится, обещанного 3 года ждут, и, наконец, мы дождались. Потому что, во-первых, обновлено полностью дорожное покрытие, появилось новых 69 парковочных мест. Кроме того, также обновлена озеленительная зона. Стоимость реконструкции улицы Маяка составила 2,7 миллиона евро. Здесь были полностью заменены все технические сети под поверхностью дороги. Установлен новый коллектор сточных вод. Заменены на экономичные все фонари уличного освещения, уложен новый асфальт на тротуарах и проезжей части, велодорожка покрыта особым составом. Впрочем, работы на Маяка еще продолжатся. Финальным этапом станет высадка десятков новых лип взамен отживших свое прежних деревьев. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.